Guess what? Today I'm going to teach you 25 words connected with business or with work. Stay here so you can practice the words, learn them, see how they use in the sentence. And let's start. Рабочий день. Рабочий день. Мой рабочий день начинается в 8 утра. Мой рабочий день начинается в 8 утра. Выходные. Выходные. Я не могу дождаться выходных. Я так устал. Я не могу дождаться выходных. Я так устал. Больничный. Больничный. Я на больничном. Я сижу дома и не хожу на работу. Я на больничном. Я сижу дома и не хожу на работу. Декретный отпуск. Декрет. Декрет. Она уходит в декрет, у нее будет малыш. Она уходит в декрет, у нее будет малыш. Доходы, расходы. Доходы, расходы. В этом месяце доходы компании выросли на 15%, а расходы уменьшились в 2 раза. В этом месяце доходы компании выросли на 15%, а расходы уменьшились в 2 раза. Компания. Компания. Наша компания занимается производством игрушек для собак. Наша компания занимается производством игрушек для собак. Босс. Начальник. Руководитель. Мой босс просто сумасшедший. Мой босс просто сумасшедший. Клиенты. Клиенты. Мы делаем все для наших клиентов. Мы делаем все для наших клиентов. Развитие. Развитие. Без постоянного развития и обучения рост компании невозможен. Без постоянного развития и обучения рост компании невозможен. Мотивация. Мотивация. Чтобы учить русский язык, нужна очень сильная мотивация. Чтобы учить русский язык, нужна очень сильная мотивация. I know it's very challenging to learn so many words. That's why I created a course for you where you could practice the same words that I taught you in this lesson. There are 10 topics, 250 words that you can see in the texts, in the exercises. The platform that I provide is very interactive. You'll feel that you play a game, not learn Russian. Also, you don't need to waste time for dictionary because you can underline any word and the translation in your native language will come up straight away. You can get the course in the link below and let's continue with the next word. Успех. Успешный. Успех. В этом году мы достигли успеха. Наша компания вышла на международный уровень. В этом году мы достигли успеха. Наша компания вышла на международный уровень. Достижение. Достижение. Одно из наших достижений – использование современных технологий. Одно из наших достижений – использование современных технологий. Поставить цель. Поставить цель. Нам нужно поставить цель на 2024 год. Нам нужно поставить цель на 2024 год. Достичь цели. Достичь цели. Чтобы достичь этой цели, нам всем нужно хорошо поработать. Чтобы достичь этой цели, нам всем нужно хорошо поработать. Навыки. Навыки. У меня есть навык пользования компьютерными программами на отличном уровне. У меня есть навык пользования компьютерными программами на отличном уровне. Команда. Команда. Мне нравится работать в команде. Мне нравится работать в команде. Сотрудники. Сотрудники. В нашем коллективе около 15 сотрудников. В нашем коллективе около 15 сотрудников. Нанять.
уволить. Нанять, уволить. Мы наняли 200 человек, но во время кризиса нам пришлось уволить 25. Мы наняли 200 сотрудников, но во время кризиса нам пришлось уволить 25. Собеседование. Собеседование. У меня завтра собеседование. Я очень волнуюсь. У меня завтра собеседование, я очень волнуюсь. Предприниматель, бизнесмен, предприниматель. Я работаю на себя, я предприниматель. Я работаю на себя, я предприниматель. Отчет, отчет. В конце месяца сотрудники должны сдавать отчет. В конце месяца сотрудники должны сдавать отчет. Бухгалтер. Бухгалтер. Бухгалтер помогает нам вести учет финансов. Бухгалтер помогает нам вести учет финансов. Налог. Налог. В конце месяца мы должны платить налоги государству. В конце месяца мы должны платить налоги государству. Государственный, частный. Государственный, частный. Я работаю в государственном учреждении, а мой брат в частной компании. Я работаю в государственном учреждении, а мой брат в частной компании. If you just watched all 25 words, write in the comment the word business. So this way I know that you really learned every word that I taught you today. You can support my channel in Ko-fi-me website, so I can get myself some coffee and continue developing my YouTube channel. I'll see you in the next videos. Пока-пока!